could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could take Ну, окей, тогда начинаем. Так, да, просьба всем как-то вот пока хотя бы временно, на время, вот пока мы будем общаться с девушкой, пересесть одной кучкой, плотной кучкой, вот куда-то сюда, чтобы она всех примерно видела, что хотя бы зал сидит, потому что иначе она будет общаться непонятно с кем, с голосами непонятно откуда. Халя, пожалуйста, пересядь куда-нибудь в начало. Это вот та, что ли, девушка? Да. Слушайте, а я буду молчать. Я тебя прошу создать немножко толпы. Ты можешь сидеть молчать. Я же не волосы мыться в басу. Я так и толпа застал. Пожалуйста. Не хочу. Не хочу. Я хочу походить. Но тебя, я думаю, будет все равно идти. Вот, я говорю, Ксения пришла, она сидит на мое место. Ксения, пожалуйста, присаживайся. На лобное место, пожалуйста. А зачем? Я же сказал, что Ксения придет, а ты меня видишь. Снимаем телешоу. Да, вот, зрители, посаживаемся. Вы такой колоритный мужчина, без вас никак. Девушка скажет, ну кого же мне посадили, а тут вот все. Пишет, мятная сплошная поза. А ты говоришь, мешает мне песню слушать. Да, это эксперимент сегодня проведем. Девушка из Украины с нами свяжется, прочтет свои стихи. Так вы тогда, если будете читать, то, наверное, нет, это будет нет, это 5 минут, вот, 5 минут телешоу. Нет, Александр не может не играть, поэтому он проиграет. Она будет видеть нас, мы будем видеть ее, слышать соответственно. То есть, если есть вопросы, какие-то комментарии, можете... Я тебе посмотрю. Потечите. Максим, кстати, фотографируй немножко. Анна Могилевская, город Харьков. Как мне это фотографировать? Да, мне видно. Привет, меня зовут Анна Могилевская, город Феодосия, город Харьков. Сегодня я хочу вас познакомить со своей лучевой поэзией. Прочитаю. Дайте мне любви настоящей, разложите все по полочкам в головах ваших, каждую строчку берите на карандаши, не оставляя ни друга жаберного дыхания. Те, кто курит дерзко и медленно, холодный, разбитый. Те, кто дышит на ладан, моет чутье. Те, кто знают, чем кончится до середины, видят чувство фальшивое в сердце своем. И я болею за тех, не преломлен словами кто, прохожих и опыта в горьке. Лучист и доверчив любви сердце звонкого, что ищет годами, не днями продрогшими день-деньский убит. Я пою о вас, милые, мне нравится песня. Почивайте на лаврах, а лучше прочтите молитву светлой памяти вашей. Почтите молчанием, чистой грустью мелодии, любви убитых. Спасибо. Мне хорошо слышно и видно, все нормально? Да, отлично. Да. Так, хорошо. Когда ты встретил меня, фанфары всех поднимали на свободу. Не хочешь слушать эти стихи? Давай, включай моральных уродов. В нашем поселке все аморальные. Кто-то бледует, а кто-то курит. А я как шнур смотрю на небо, но оно пламенно тем, что на лавочке дует. Мне наплевать на ваши шалости, лишь бы их никто не выпячивал.
я бы спалила агитаторов заживо за то, что они несли и показывали. Мы считаем растление в душ парады геев и лесбиян. Сидите и делайте это дома, а свое мнение нам не навязывайте. Со своим уставом в чужой монастырь не лезу. Я аполитична, дело принципа. Лишь бы мой сын не стал педиком. Закройте глаза. Берегите змей. Правильно. И о музе, о предназначении поэта, мое уже традиционное. Ходят поэты кругами бездомные, сердце их бури неугомонные. Вечер притих, вопрошает поэты, муза по дому ходит раздета. Я не привыкла записывать в людности, но ваш покой никогда не нарушу я. Только оружие, ручка преступности, режет бумагу речью простуженной. Я ухожу, и без тени сомнения знаю, что где-то найдутся приветствия. Мне белый день рассекают преемники, спросят, где что напишу, может, я ли. Я на ладони судьбами расчерченной прячу людей со своими секретами. Ты помешаешь, и будет возмездие, то есть души. Поэтому ответы. Да. Ну и стих с таким банальным названием «Муза». Так, минуточку. Минутку. Да, так и не банально, а сейчас вы послушаете. Эти щипцы так похожи на лица, как же такие мне не любятся. Строгой рукой достают сердце, будут мне делать больно, наверное. Я ухожу в уголок поглумиться над чистотой сердец. Дело Маша, там я строка за строкой так неряшливо приколупаю тебе на балдашник. Я отойду от любви на секунду. Это же дед приходит под утро, я запиваю ее, горько, и мы уже повенчаны будто. Этой чумихи как надо не сыщешь, музой она мне звучит и любовью. То хватит за сердце, то за здоровье, правой своей пятерней по-небратски. Я жду, когда отыграю с лихвой, будет просить, что мне зрителям все же. Пусть хоть покажет свою ко мне рожу, когда засну, но при всяком бесстыдстве знаю. Неплохо без них. Да чего же девушка так любит, девка капризная. Ну и в завершение все-таки прочитаю. Прочитаю я стих, посвященный своему единомышленнику Джамилю Нилову. «У тебя, я знаю, голос из проседи. Глаза летние, режимы осени. У тебя, я знаю, никто не спросит, когда кушал ты, как самочувствие. Ты мне напоминаешь человечка рисованного, как аниме-пешку, только живого. У тебя, я знаю, есть голос, есть имя, и тебя запомнят. Ты говоришь открыто, терять нечего. Раньше жизни не было, теперь не с кем ее. Я уважаю тебя за творчество. Только не окунайся глубоко в одиночество. А тебе заговорят, услышат, ждать недолго осталось. От тебя электронных писем не ждалось. Только береги себя, когда тебя читают, знаю, что воля не погибает». Ну вот, собственно, и все. Что моя программа на сегодняшний вечер. Ну, кто готов задать вопросы автору? Слышно нас, Аня? Да, слышно. Отлично. А приезжайте в Питер. Это уже не слышно. Да? В Питер, говорю, приезжайте. Так расплывчато слышно. Юля, приезжайте в Питер, говорят. Так, тогда кто хочет что-то сказать, спросить, поближе немножко или громче? Микрофон же вот там, надо походить, а можно микрофон говорить.
я услышала про Питер. Да, Питер очень литературный город. Хочется очень приехать. Если кто-то организует встречу вот такую именно, то можно было побольше прочитать, ознакомить людей со своим творчеством. Я только за. Так, а значит, по стихам какие вопросы, комментарии? Так, главных комментаторов нет. Один в Китае, другой неизвестный. Я бы, наверное, в современных вот, ваших стихах я бы убрал такими слова поразит, можно сказать, как лишь, там, они совершенно не нужны. Они лишние. Так, что-то люди сказали, но я не очень слышу. Поближе. Сейчас. Из своей поэзии убрать слова паразиты типа лишь. Междометия, союзы лишние. Слышно? Не очень. Вот это звук так пропадает иногда. Пиши ей, пиши. Так, а если попробуем переключиться. Сейчас уберем видео. Да, лишь. Это проверь громкость микрофона. Джамин, ваш микрофон. Только звук остался, да? Нет. Так, сейчас я перезвоню без видео. Сейчас. Это слова паразиты. Лучше просто не было с ней дышало. Это уже просто избито, совершенно не по-современному звучит. А зачем по-современному? А зачем? Все слышно, хорошо? Да, слышно, сейчас хорошо. Ну лишнее. На Китае все здорово. Не было с ней дышало. Короче, на языке. А вам? Да, слышно. Если это органично, то... Михаил, повтори, пожалуйста, вопрос. Да? Здравствуйте. Более современно. Я прослушал ваши стихи. И, в принципе, они очень хороши и звучат здорово. Единственное, чем хотелось, чтобы это все было, ну, было поменьше таких приставок, как лишь, как, уж. И вот все в таком вот плане. Вот если как-нибудь так убрать, это было бы намного, наверное, лучше. Вот. Хорошо, приму к сведению. Пожалуйста. У меня вот такой вот вопрос. Слышно меня отсюда? Да, да. Вот у вас достаточно часто попадаются украинизмы в стихах. Это намеренно или вы просто так уже непроизвольно? Украинизм уже приметно. Но я не могу так сразу сказать, потому что как бы, ну, просто много таких слов, которые именно чисто вот... Украинизированные, в общем-то говоря, как бы не русский, не украинский, а вот но украинизм. Довольно частенько. Они как бы вот органично идут, но ухо режет все-таки местами. То есть не это, знаю, то есть не это знаю, вас не было. Еще я еще раз перечитаю, может. Если это самое, через Жамиль вы предъявите текст, я могу вам потом их выискать и перекинуть назад. Последнюю фразу я не очень услышала. Если вы через Жамиля передадите тексты того, что вы читали сегодня, я могу, да. могу вам выискать эти слова. Хорошо, я передам. Мне интересно будет услышать ваше мнение по этому поводу. Насчет украинизмов и... Я культивированно воспринимаю. Во всяком случае, Аня мне признала, что иногда у нее даже в речи проскакивают слова, она иногда может не на чисто русском говорить, а какие-то слова попадают. Это понятно, где живешь, там и говоришь. Да. Так же, как вот у меня была подруга, допустим, с Иваном Вохолом. Так Вохол не такая заразительная штука, у нас все про Вохол. С ней поговорить. Не знаю, может, в Крыму какой-то особый вид русского языка есть, как-то через Симферопольский университет занимается украинским вариантом русского языка, то есть как на русском говорят в Украине, целое исследование проходит. Может, из-за этого вам так показалось? Я же сама из Феодосии, вот, ну, проскакивает, конечно, шоу у меня бывает иногда, так как учусь я в Харькове. Вопрос вот еще. Тишина. Есть вопросы? Меня слышно?
Да, да, да. Ну все, вопросы закончились. Спасибо большое. У нас тоже шумит. Это была Анна Могилевская. Спасибо. Ну вот девочка своим великоросским шовинизмом застегивается. Вообще-то я сам наполовину хохол. Сразу вопрос к присутствующим. Как впечатление от такого первого опыта? Я сам прожил на Украине в Харькове 28,5 лет, никаких там у меня украинизма нет. Не, она вообще из Феодосии родом, учится сейчас в Харькове. Ну я сам с украинцем. Ну вот он не заметил украинизма. Это тесто на украинизм. Потому что прожил в Харькове, в Лоне уже украинцы. Уже ухо привыкло. Замечание, что ли? Замечание такое. Значит, в ее стихах наличие трех таких явных компонентов. Значит, первое или там второе, один из них, это довольно агрессивная подача стихов, такая вот, ну, агитационно агрессивная. Потом наличие не, как она называется, не нормативной лексики, а немножко такого криминального сленга. Скажем так, в сочетании с чернухой. Подождите, с чернухой. И третье, искусственно нарушен ритмика стиха, то есть искусственная аритмия. Значит, все это по отдельности допустимо. И нельзя назвать, что это плохо или хорошо. Но сочетание этих трех компонентов, ведь мы судим как по общему впечатлению, которое оставляет стихотворение. Вот это вот импрессионс. Это впечатление, которое... Так вот, общее это впечатление, это оставляет довольно тяжкое. Потому что три компонента явных в сочетании. Знаете, вот это вот... Ксения, это вот вчера мне не дадут соврать, Валя. Так. Максим, в театре поэтов, вот сколько прочитано было стихов, там везде это, видимо, сейчас такая современная поэзия. Вот я очень рада, что у нас ходят другие представители другой поэзии все-таки. Вот. Тот же Джами или вот Оля Миша, да. Вчера Лаврентова стала некая Стефания Даниловна. Ну мы ее знаем. Как то, что я вчера слышал, были все три компонента. Более того, когда она сказала слово «подождите», когда она сказала слово «заебись», подошла хозяйка на мероприятие и сделала Вове Антипенко замечание. Вова Антипенко подошел к этой Стефане, сделал ей замечание. Ей было очень неприятно. Мы ее слышали еще до этого, в более молодые годы. Но у нее в чем отличие? Сейчас скажу. В более молодые ее годы, Стефания. Тогда она еще не говорила, там не матовые лексики. Но в чем ее отличие? Было только две составляющих, без трех. Сейчас. Было две составляющих. Даже если было три, в чем отличие? Я объясняю. Значит, у Стефании это нарочито театрально. У нее это идет как бы не изнутри, она актриса очень хорошая. И вы понимаете, вот эта подача у нее, бывает, у нее нет агрессивности. О! Еще как? Еще как есть. Вчера уже было. Она вчера так яблоко ела, если вы видели с микрофоном. Он прямо хруст через колонку. Макс не достала. Мне пришлось выйти просто из зала. Во всяком случае, ее стихи, пусть даже там два были компонента, они никогда не действовали на меня отрицательно. Не оставляли тяжкого впечатления. Тяжкого. У нее присутствует какая-то легкость. Все равно, даже в этом. Знаете, она переигрывает. Может быть, это раньше было. Может быть, это было раньше. Я не спорю. Я ее не слышала два года. Я просто представитель классической школы, да, вот я сказал, мужчина, как бы, ну, старый, безбитный, да, скажем, так. Школа, да. Там действительно, там все должно было более так ажурненько, более провизионно. Но вы знаете, мне, допустим, очень нравится группа «Гражданская оборона». Кто бы что ни говорил, я считаю, Егор Летов был великий поэт. Но там присутствуют не только эти три компонента, да? Там еще хреном тучи других компонентов. У него же Маяков там присутствует. Но тем не менее, это была поэзия. Это была поэзия войны. Это была поэзия войны. Возможно, у этой девушки тоже поэзия войны, но в таком женском варианте. Конечно. Мы не говорим, почему это поэзия, плохо? У нее не слабая поэзия. В этом-то все почему и дело. Это плохо, если была бы слабая, нечего было обсуждать. У нее стихи не слабые, и они очень интересные. Но они с наличием вот этих трех компонентов. Просто не совсем гармонично. Когда я их слушала, у меня вот было столько дежавю со вчерашнего вечера. Дело здесь, я не оцениваю сейчас. Я не говорю, хорошо это или плохо, я говорю о том, что это, видимо, вот да. Определенная какая-то вот какой-то стиль выработался сейчас. Я согласен. Нет, может быть, просто человек, вот сейчас
многие пишут, они пытаются играть на публику. Это не натурально, потому что другой как бы не проходит. Смотрите, вот я вчера сидел, смотрел выступление, той же самой Данилы, того же Семена Исаева, молодой парнишка, 22 года, да, потрясающе. Но я представил, как бы его стихи звучали, вот кто-то тут покупал его сборники, просто с листа я себя взял, глазами почитал, они очень много потеряли. Потому что очень важно в данном случае и у Исаева, и у Исаева, и у Даниловой, когда человек стоит, и подача важна. Или, например, как там тот же самый Коровин, когда выходит, начинает орать в микрофон, микрофон аж клюет, начинает. Но если с листа почитаешь, что то, что делает Коровин, в общем-то, это будет блёк. Для уха, для слуха. Вот это относится именно к этим поям, которые воспринимаются на слух и на эмоции. Так я к чему веду, потому что другие поэты, наоборот, для бумаги. Их вот читаешь, и это самое, начинают говорить. Они не доносят это. Свои же стихи они не могут донести. А знаете почему? А знаете почему? Почему? А потому что вы, как учил дедушка Дарвин, в общем-то, правда, ничего хорошего не учил, но тем не менее, выживают наиболее приспособленные. Поэзия стала уходить в аутсайд. Почему? Да потому что, когда музыка выходит вперед со своими там низкими частотами, там R&B, там всякими воплями и так далее, поэту со своим ему нечего делать. Что ему остается? Он начинает агрессивно себя вести. Он начинает играть на публику. А соответственно, и текст меняется. Под подачу. Соответствовать, понимаете? Да. Вот чем занимается Роман Типинга. У него, как правило, побеждают ребята, наиболее, кстати, именно агрессивные. Вы обратите внимание. Да, да, да. И подаж, агрессия. Я знаю его 9 лет. Я знаю его почти 9 лет. Я вот наблюдал за всеми этими вехами театра поэтов, как правило, побеждали именно те ребята, на себя внимание обращали, которые были наиболее интерактивны, наиболее агрессивны. Все правильно. Те, кто читал пресно, ажурно, без агрессии, без сленга, разумеется, без всего такого. Давайте сейчас поставим точку на том, что все-таки вот мне нравится, мне нравится Исаев, Данила, я обожаю. Мы с ней в одном лету, в одной лету. Еще раз. Еще раз. Вся эта агрессия, эпатаж и так далее, понятие поэзии не имеет никакого отношения. Я не говорю, что to you.